занимаемся по приему Литвинова и всех руководителей. У нас есть на стенде, у нас есть график приема за полгода. Пожалуйста, уберите. А почему? А почему нет? Это массовая информация. Это ваша. А это наша, мы хотим послушать. Вы будете звездой. Нет, вы извините, мы находимся в общественной приемной президента Российской Федерации. Вы говорите, что средства массовой информации, в принципе, и один из самых известных журналистов брянских не может снимать. Вы как бы уверены, что... И вы работаете что вы... на нас, а не от вас. Очень это просто. То есть надо... А так нельзя, чтобы я устно изложил, а потом письменно передал.